10 мая президент Туркменистана, уважаемый Сердар Бердымухамедов, прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом. Официальная церемония встречи высокопоставленного гостя состоялась перед Дворцом нации. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил президента Туркменистана, уважаемого Сердара Бердымухамедова, и пригласил его на почетный подиум. Барой стихбол, азбайн, омода, бош! Джаноби Оли, президент Туркменистан, батальон караули фахри, ба муносибати ташрифи давлатии шумо, ба сарзамини джумхурии Таджикистан, саф ороста шуд. Командири батальон караули фахри, подполковник Хофизода. Салам! Салам! Салам, Алим! Озод! Бапой! Мон! Барос! Гар! Бухадам! Марш! Thank you.
В рамках государственного визита президента Туркменистана в Республику Таджикистан состоялись переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Туркменистаном. Обсуждение вопросов сотрудничества между двумя странами началось на встрече глав государств Таджикистана и Туркменистана, уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Сердара Бердумухамедова в узком формате и продолжилось с участием официальных делегаций двух стран в расширенном составе. Уважаемый Сердар Бердумухамедович, приветствую вас на таджикской земле. Ваш государственный визит проходит в юбилейный год становления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие 30 лет связи наших стран активно развивались. Уверен, что итоги вашего визита откроют новую страницу наших взаимоотношений. Хотел сегодня обсудить с вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы. Еще раз добро пожаловать. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Уважаемый Владимир Саидович, большое вам спасибо. Я хотел бы выразить вам свою благодарность за ваше приглашение посетить Республику Таджикистан. Это мой первый государственный визит в Республику Таджикистан. Поэтому большое вам спасибо за теплый прием и гостеприимство. Также хотел бы передать вам теплые слова приветствия от имени национального лидера туркменского народа, председателя Хакма Сагаты, уважаемого Гурамулемели Калиса Бердумухамедова. Уважаемый Эмомали Шарипович, как правильно отметили, в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. За эти годы отношения между нашими странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Мы пользуемся этой возможностью. Хотел бы поздравить вас с этой юбилейной датой. Спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, также хотел бы отметить, что в течение многих лет наши страны последовательно укрепляют политические и правовые основы партнерства, реализуют стратегию совместной работы политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. И наш нынешний государственный визит призван дать новые импульсы нашему сотрудничеству. И я уверен, что сегодня мы сможем сделать многое для достижения этой цели. Уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз вам большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Туркменистан в любое удобное для вас время. Большое спасибо. В ходе переговоров, которые прошли в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, президенты Республики Таджикистан и Туркменистана подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений двух стран, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. В начале переговоров лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло поприветствовав президента Туркменистана, уважаемого Сердара Бердумухамедова, отметил значение регулярных политических контактов на высшем и высоком уровнях и их ключевую роль в последовательном продвижении таджикско-туркменских двусторонних отношений. При этом была выражена уверенность в том, что государственный визит главы дружественного государства в Таджикистан придаст новый импульс развитию всего комплекса сотрудничества двух стран.
Президент Республики Таджикистан также отметил, что за 30 лет дипломатических отношений связи Таджикистана и Туркменистана активно развивались по многим направлениям и стороны достигли значимых результатов в укреплении своего взаимодействия. В ходе переговоров с участием официальных делегаций лидер нации отметил устойчивую динамику развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. В качестве составных частей комплекса многогранных связей было отмечено активное расширение межпарламентского сотрудничества. Обстоятельно были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия, достигнуты договоренности о принятии необходимых мер по дальнейшему развитию данного аспекта взаимоотношений. В этом контексте стороны сделали акцент на такие направления взаимодействия, как промышленная кооперация, энергетические и аграрные секторы, транспорт и коммуникации. В сфере промышленной кооперации были отмечены большие возможности для реализации совместных проектов в легкой промышленности, сферах производства строительных материалов и металлургии, взаимного снабжения сырьем. В транспортно-транзитной сфере речь шла о более активном использовании для грузовых перевозок транзитных возможностей Туркменистана таджикскими государственными и коммерческими структурами. В рамках переговоров соответствующее внимание было уделено гуманитарному направлению отношений двух стран. Стороны высказались за дальнейшее расширение связи в сферах культуры, образования, науки, спорта и туризма. Стороны подробно обменялись мнениями по всей совокупности актуальных вопросов регионального и международного характера. Также было указано на активное взаимодействие сторон на международных площадках. Президент Таджикистана выразил признательность туркменской стороне за активную поддержку глобальных инициатив Таджикистана по воде и климату. В ходе встреч и переговоров на высшем уровне Таджикистана и Туркменистана стороны также провели плодотворную беседу по другим вопросам, представляющим интерес.